Итак, мы на АСПП High Technology. Здесь разрабатываются моторы и всякие движущие средства передвижения. Масло инструмента, стирка, вода и мотора. Одного батарейка, если три киловатт-часа, 42 киловатт-часа, это 7 киловатт. Если при моем вот, типа вождения хватает где-то до 90, угу. А если ездить, как китайцы ездят, то и до 120. Ну да, там они. Я езжу, не могу удержаться, чтобы газ не давать. Да, они лишний раз даже этот сигнал это не включают, когда едут. И свет даже. Так, да. Что у нас тут есть? Это что-то новое? Солнечный автомобиль. Вот этот солнечный кар. Это вот совместный проект. Да, это с Energy. Energy. Спутниковая High. Батарея солнечная здесь, панели здесь. Она все подключена. Дает полный заряд 84 вольта. Батарея 72 вольта, но максимально зарядка. Ну, пробовали уже заряжать его, как он вообще? На улице выкатить, на солнце будет видно, как энергия идет. И как сколько надо? Батарея сенсай. Машинка небольшая, маленькая, но зато она ездит. А? Зато она ездит, да? То есть машина небольшая, компактная. Зато заряжается от солнца и... Какая масса машины? Для своих нужд каких-то она очень дорогая. Можете садиться. Покататься можем, да? Можем покататься. Ух ты. Мы будем первыми? Да нет, она уже наездила. Наездила? Тут, конечно, все так утилитарно, пластмассово. Нет, это не пластмасс, это металл. Не, вот сзади вот лучки так. А, ну там, я да. Сижу вообще на какой-то... Зато камера задняя видна. Да, да, но сзади компьютер нормальный. Нет, у нас до сих пор толпы не подают. Ну, только за там миллионы денег. О, поехали. Такие машины хорошо будет продавать в Калифорнии, там солнце 360 дней. А вот в Италии такие же, да? Ты говорил, да, мне как раз в Италии и был интерес. А в Италии это вот с этим индусом, который? Нет. Другой? Индус? В Индусе. В Индии. Это отдельная история. У нас в проекте, который для Совалмаш там есть. Батареи переставляли, наверное, не подключили провода. И хотел показать. Ну, в общем-то, идет энергия. Она вот сейчас, сколько у нас? 11 часов. Сейчас, в принципе, с 11 до часу самое большее. Большая два заряда. Я разберусь, что забыли. Это быстро, да? Ну, посмотрю. Быстро или нет. Так, тебе нужно будет сейчас чуть-чуть двинуться. А там не идет. Вот. А вот та батарея лежала, это как раз для этого же, да? Ну, в принципе, и для этого, для всех, потому что это уже для клиентов. Так. Давай мы посмотрим с той стороны сейчас еще.
только оставь немножко цех. Любители. Ну а мне тоже вычислили, да? Сейчас посмотрим, что здесь такое. Ладно, сейчас разберемся. Все подсоединено. Вот пошло. Они просто отключили солнечную батарею. На. Сейчас вот ты делаешь проект для этих, для лодок, да, я так понимаю? Да. Для лодок это вообще будет еще это. Да. То есть более практично даже. А вот так поговорим позже, да, можно сейчас пока разберемся с этим. Да. Может, много всего в одном слове не рассказать. Сейчас надо. Вот сейчас. Вот, пока 91 ватт. Сейчас если развернем машину в другую сторону. Она заряжается. А как вот, если смотреть, вот в процентах есть какой-то, я не знаю, как оценить, сколько поступает энергии? В день где-то 20% для общего пробега. Если взять полностью весь пробег от начала до конца, да, то 20% да. Солнечной батареи добавляет. Но смотря сколько ездит, да, если ездит только вот здесь, то может и 100 заряжаться, да, процентов. Да. Не, я к тому, что вот типичный использование, ты взял, поставил машину, она стоит, да, проехал по полчаса, максимум час, и, да, все остальное время она стоит у тебя. Да. Ну, да, вот как раз и расчет идет, если машина ездит где-то 20 дней, 20 километров, то практически не нужно заряжаться вообще, да? Угу. То есть практически солнечного заряда хватает. Сейчас мы развернемся на солнце и будет увеличиться. Пошло увеличиваться. Да, вот прикольно, что вот теперь камера задняя, это вообще почти что-то такое. Банальность. Провести камеру, вставить. Да это же стоит там маленькое это. Не, ну я к тому, что да. Вот 104. Сейчас время у нас сколько? Вручную сделал. Сейчас, наверное. Да нет, нет. 12:30. Когда самое, ну, солнце немножко наклонено, да? Когда стоит в зените, то идет 240 ватт. Сейчас еще пока у нас не до полного заряда. А вот этот гольф-кар, что-нибудь слышно про него? Так мы на нем уже ездили. Это на том большая батарея, там 320, здесь 240 ватт, там 320 ватт. Мотор или редуктор? Редуктор. Металлический звук. Да, да, слышу. Ну да, это знакомо. Ходят они тоже по-китайски. Не по своей стороне ездят любители. Ну это дешевый вариант машины. Это как раз рассчитан для Индии, для таких. А сколько такая машина стоит? 3500 с батареей. Получается, здесь, долго. Наверное, больше на батареи стоит. Ну да. Потому что, как и на велосипеде практически сейчас. А, да, лучше. Сейчас, наверное, выйти.